Привет всем! Хочу показать вам еще один интересный узор крючком. Вот я начала вязать донышко шляпки, кепочки. Так вот, с такой ниточки. Вот она как плетеная. Тут я прочитала Олимпия Андромеда. Тут сильно мелко, я не вижу, сколько она метров в граммах. Ну, я такой уже вязала шаль спицы. Мне очень понравилась эта пряжа. Ну, давайте начнем. Так, набрала цепочку из 3 петель. Замкнула в кольцо соединительным столбичком. Ага, набрала с одним накидом 9 столбиков в кольцо. И начала вязать. Вот. Таким способом. Но я сейчас покажу. В каждом круге прибавляется по одному столбику. Так. Здесь у меня уже 6 столбиков с накидом. Сейчас скажу вам, для взрослой кепочки, шляпки, сколько у меня кругов получилось, и начну делать. Вот 6 столбиков с накидом, 7 у меня идет вот так вот. Мы делаем сейчас я вам, и опять 6 столбиков с накидом. Вот так получается. Такая цепочка идет по донышку. Опять 6 столбиков с накидом. Ой, утро еще у нас раненько. Узор очень интересный такой. Я уже одну связала. Она какая-то аляпистая мне получилась. Несколько цветов пустила, молодежная. А эту решила связать однотонную. 6 столбиков. Да. Угу. Это задело столбика вперед. Ниточка эта серебристая цепляется. У меня крючок еще неудобно. Я свой крючок. Я все время их теряю. Не могу найти. Удобный такой. Он старенький уже. С самодельной ручкой я вот куда-то засунула. Так, 6 столбик. 7 задела столбика. Так, так, сейчас, чтобы не цеплялась. Так, спереди. И тут у меня уже 1, 2, 3 и столбики подъема 4 получается, значит, 3 столбика надо еще нам. 2, потому что по 6 у меня. Делаем соединительную, столбики подъема 2, 3, и начинаем делать узор, сам узорчик. Так, это у нас середка идет, столбик был. Вот так сделаем, по 2 узорчика пустим. Пройдем до столбика
выпуклого и начнем узор. Так будет удобнее и вам понятнее. Здесь мы сделаем два столбика с накидом, потому что один из воздушных петель подъема, третий будет как бы. Так, теперь у нас вот раз, два, три, раз, два, три в середку между трех столбиков один столбик с накидом. Так, раз, два, три. Так, теперь потом будет на следующем ряду, понятно. За выпуклый столбик. Три столбика с накидом. Вот так вот. Видно было вам, лишь бы поняли. Цепляется ниточка. Столбик с накидом. Три столбика. Тело столбика заводим. Так вот. Еще так. Это у нас по два выпуклых столбика на узор получается. Видно вам, нет? Это у меня закипела кастрюлька. Вот так вот. Раз, два. Раз, два. Так, и связала я. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь кругов, прежде чем стала делать узор. Так, и получится у нас вот такой узор. Вот мы сначала, потом меняем мы, вот где у нас один столбик с накидом, туда мы задела три столбика делаем. Вот такая шляпка получится. Узор очень интересный. Да, надо было сначала найти мой крючок, а потом уже показывать вам узорчик.
меня чуть-чуть повышеннее получится. Да, поменьше на девочку. У нее такая яркая курточка, пальтишка. Такими цветами. Такая у нее курточка. Цвета подбирала долго, чтобы под курточку было и под клатч. Этот кипончик уже будет под мою курточку. Но у меня такая черная с белым. Их у меня три, они почему-то как-то подобрались. Почти одинаковые. Фасоны только разные. Расцветка почти одна и даже одинаковая как бы. Самое главное второй круг показать бы вам, а дальше уже ясно будет вам, понятно, как этот узорчик формируется. Задело делаем один столбик с накидом, потом наоборот будет. Так. Осталось. За этот
столбиком, один столбик с накидом и опять 3 столбика задельца сделаем. Надо было эту ниточку другую взять и крючочек свой найти. Ну ладно, надеюсь, лишь понятно вам было. Ну вот, мы подходим к завершению сейчас этого круга, этого ряда. Узор формируется из двух кругов. Сложного тоже ничего нету. У меня должно быть, ага, так, с одним накидом, да, вот так вот делаем. Так, у нас получается 1, 2, 3, 1, 2, 3, так, и тут получится 1, 2, 3, все правильно. Так, сюда в середку, вот где 3 столбика, делаем столбик с накидом. Так, 4 сделаем, просится 4-я петля.
У нас здесь будет теперь один столбик с накидом в середке, а здесь три столбика будем делать, где один столбик был в предыдущем ряду. Здесь в середку один столбик с накидом, а где один столбик с накидом в предыдущем ряду, делаем три. Так, сейчас, ребятки. Середку я обычно делаю так, один столбик с накидом. Теперь эти три столбика, где один был. А в третьем круге уже будем также делать над этим, вот как в первом. Вот за этот столбик будем три выпуклых делать. И так будем делать до конца, до нужного размера. Надеюсь, понятно. Он вот такой узор будет. И тут так интересно в изнаночке. Такой вот. Тут я последний ряд делала с резиночкой, с спандексом. Вяжите, пробуйте. Потом покажу, как козырек сделать. Вот такой узор. Ну, давайте еще разочек я вам покажу. Один столбик делаем над тремя столбиками предыдущего ряда. А где был один, делаем три столбика, выпуклые задельцы. Так вот. И вон этот узор так получается, как бы в сторону уходит. Сейчас вам покажу. Вот он как бы идет вот так вот. Пробуйте, что непонятно, спрашивайте. Пока, до следующих уроков.